Вот так необычно встречали всех работников компании «Уралкалий» на каждой проходной, как в Соликамске, так и в Березниках. День здоровья стал уже традицией компании. Ни для кого не секрет, что здоровый работник – залог успеха любого предприятия, и поэтому компания «Уралкалий» проводит такие акции, которые нацелены на то, чтобы наши работники обращали внимание на свое здоровье и вели здоровый образ жизни. Для нас это важно. Вот такая аскорбинка поможет держать свой организм в тонусе в осеннюю погоду. Калички к этой идее относятся очень хорошо и даже ждут, когда же утром на проходной они получат заряд бодрости и упаковку витаминов. Здравствуйте, скажите, как вам с утра витаминочки? Нормально, не попробовали. Скажите, осенью вообще нужно употреблять витамины? Наверное, обязательно. Витамины всегда нужны. Витамин С от простудных заболеваний, температура низкая сейчас поехала, так отопление не везде. То есть в самый раз. Ну да. Ни один калийщик на проходной не остался без аскорбинки. Казалось бы, такая мелочь, но одна подняла всем настроение и, возможно, подтолкнет к дальнейшей заботе о своем здоровье. Буквально за час на центральной проходной из КРУ-2 было роздано 1300 упаковок витамина С. Ну а если посчитать все рудоуправления компании, то получили свою порцию витаминов 10 тысяч калийщиков. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».